Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Давайте мы с вами посмотрим дом эконом-класса. Точнее, он называется у нас везде, когда мы продавали, комфорт. Такие вот у нас двери. Двери по-настоящему хорошие, качественные. Ну и, конечно же, сразу говорю, да, легко закрывается, и ты из этой дверью реально как за каменной стеной. Следующие моменты. Это дом у нас, все-таки давайте не будем забывать, что дом у нас все-таки комфорт. Изначально рекламировали не бизнес, не элит, ничего. В каждой квартире у нас, соответственно, сделали отводы под кондиционер. У нас висит, у нас газ провели в доме, да. И, конечно же, здесь у нас еще сделали вот такие вот интересные балконы. Вид отличный. Здесь же у нас сделали крепление для, получается, сплит-системы. В общем, все здесь сделали довольно-таки неплохо. Вот, на море видно. Ну и давайте все-таки рассмотрим. Дальше у нас, посмотрите, всевозможные швы, как все подогнано. Это у нас идет блок. Блок идет керамзитовый, самый дорогой у нас пока материал. И давайте посмотрим с вами, что у нас здесь представляет пол. Пол у нас керамогранит. Везде у нас, где двери, да, смотрите, стоят отбойники, чтобы ничего не рушилось и так далее. Ну и, конечно же, давайте посмотрим с вами еще и стены. Стены у нас тоже построены, то есть сделаны. Такая хорошая декоративная штукатурка. Ну, реально классно. Все хорошо, не придраться ни к чему. Опять же, давайте посмотрим с вами потолок. Потолок тоже довольно-таки интересно сделан. Если посмотрим, да, пожарная безопасность. Все сделано на самом высшем уровне. Ну и здесь входная группа. Хочется, конечно, чтобы была еще лучше сделана. Ну, здесь у нас пока, видите, пока у нас вот такой стадии. Секунду, сейчас мы с вами быстренько посмотрим. Здесь у нас идет лифт, лифт фирмы Otis. Соответственно, здесь сейчас у нас доделывают, уже сам лифт установили. Притом лифт установили, дом еще не сдан, а лифт уже сделали. Не через 2 года, не через 3 года, а уже сделано, понимаете? Ну и здесь, да, тоже мы с вами можем посмотреть. На ощупь все очень хорошо, все добротно сделано. Все эти ящики красиво, аккуратно. Здесь у нас пожарный гидрант. В общем, все сделано как положено, со всеми вытекающими последствиями. Если мы возьмем с вами лестницу, да, лестничный марш, то это у нас такие никелированные у нас перила. Здесь же у нас лестница тоже все очень хорошо сделано. Посмотрите. Ничего не кривого, ничего, все сделано, как будто делали для себя. Датчики дождя, света, шучу, конечно, просто датчики света стоят. В общем, все сделано хорошо. Оконная группа у нас легко закрывается, легко открывается, в том плане, что ничего нас не заедает, не подъедает. Этот дом у нас комфорт-класс на бытке. А вот сейчас мы с вами проедемся в дом бизнес-класса и посмотрите за эти же деньги, сколько здесь стоит, посмотрите, что у нас по факту. Я думаю, вам будет интересно сравнить. Ну что, ребят, сделаем небольшой батл. Ребят, приветствую вас еще раз. Давайте посмотрим мы с вами домик бизнес-класса. Не будет называть, что за жилой комплекс. Ну, давайте возьмем с дверей, да? Такие вот хорошие двери. Как говорит мой клиент, один из клиентов, что он даже бы их в курятник бы не поставил. Ну, понятно, что они у нас очень такие не мощные, сказал бы. Опять же, давайте посмотрим с вами, что из себя представляет у нас плитка. Плитка, как вы догадались уже, у нас такое ощущение, как будто ее забрали с какой-то общеобразовательной школы взамен утраченной. Да, ну вот этот дом у нас так сделан, это дом бизнес-класс.
Ну, давайте посмотрим лифты те же самые. Лифты у нас фирмы Клерман. Соответственно, они у нас гораздо дешевле идут, чем Отисы. Гораздо поуже и шумнее. Теперь давайте посмотрим на примере одной из квартир. Что у нас здесь и как. Ну, для кондиционера, понятно, ничего здесь не выведено, ничего не сделано. Но сделан у нас домофон. Это у нас большой плюс. Давайте посмотрим другую квартиру. Может быть, что там сделано будет. Здесь у нас есть пожарный гидрант. Это у нас большой тоже плюс. Здесь у нас все в гипсокартоне. Это небольшой у нас минус. Ну и давайте все-таки посмотрим с вами одну из квартир. Здесь у нас, как вы видите, используется газоблок. Газоблок у нас подешевле будет, чем керамзитовый блок. Поэтому дом вот этот, как сам по себе, по логике, должен быть дешевле. Что касается канализации и все остальное, ну, обычное, ничего из такого сложного нету. Что касается газа, вот у нас получается газовая труба, только непонятно, почему они сюда ее отвели. Вот этого я пока не могу понять. Не могу понять логику, зачем. По логике, конечно же, у нас здесь должен быть санузел, а здесь у нас должна быть кухня. Зачем газовую трубу именно сюда, пока я не понимаю. Потому что я здесь не вижу у нас варианта именно для канализации. Ребят, ну хоть убейте меня, вот я не знаю, вот, с чем это связано. Ну и опять же потолки, да, здесь у нас идет 2,85. Если, например, смотрели мы предыдущий у нас домик, да, в этом же районе, там 3,10. Ну, в общем, все. Ну и по балконам тоже не будем мы с вами выдавать ничего. Здесь у нас, сами видите, да, максимально дешевые. Не используется ни стекло, ничего. В общем, те балконы, которые у нас у конкурента, они более, так скажем, практичные, особенно если брать то, что у вас могут быть маленькие детишки и тому подобное. Конечно же, лучше балконы с той стороны. Ну и по виду, конечно, тоже не будем конкурировать. Вид там в разы лучше. Ну и кладка, конечно же, лучше. Такого себе у нас, вот такую вот кладку у нас себе не позволяет у нас тот застройщик. Теперь, да, теперь многие из вас мне задают вопрос, почему я к некоторым застройщикам хорошо отношусь, а к некоторым, ну, не то, что плохо, а как бы, ну, отношусь и так, и так. Ребят, ну ответ очень прост, но просто иногда реально стыдно. Иногда просто немножечко стыдно. И здесь у нас сразу говорю, этот дом должен был сдаться у нас еще 3 месяца назад. Он идет у нас с опозданием, пока еще ничего здесь не сдалось. Давайте еще раз посмотрим двери, посмотрим с вами коридоры. Посмотрим с вами лестничный марш. Все максимально дешево. Ну и здесь у нас два лифта. Это большой плюс. Два лифта здесь есть. В общем, ребят, выбирайте сами. Эконом или бизнес. Все зависит от вас. И добро пожаловать в Сочи. Пока.